Такое новшество, по задумке, должно привлекать предпринимателей к участию в реализации госпроектов, в том числе и социальных. Об этом сегодня на краевом совещании по развитию экономики сообщил исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Поручение о формировании реестра он дал Министерству экономики региона. Сейчас Кубань занимает 17-е место в стране по развитию государственно-частного партнерства. Этот механизм в крае развит слабо. Реализованные совместно с бизнесом социально ориентированные проекты можно перечислить по пальцам, коллеги. И, конечно, если откровенно, они только на бумаге в большинстве случаев. Для того, чтобы бизнесмены активно включились в эту работу, мы должны предлагать интересные для них проекты. Как один из вариантов решения проблемы, это создание краевого реестра социальных проектов и общественных инициатив, которым можно было бы привлечь бизнес. Нужно систематизировать эту работу, иначе все так и останется на уровне разговоров. Это то, о чем я говорил. Также на совещании руководитель региона поднял вопрос о недоступности кредитов для предпринимателей из-за больших процентных ставок. Особенно от этого страдает малый бизнес, по сути, отрезанный таким образом от денег. Вениамин Кондратьев потребовал упростить систему получения субсидий на выплаты по процентам в банках для малого и среднего бизнеса.